привіт! Сьогодні ми запрошуємо вас, глядачі, разом з нами відвідати фітнес-клуб «Акваріум», який підготував для усіх харків'ян приємний сюрприз, який ви дізнаєтесь із нашого сюжету. А сьогодні у нас буде безплатний майстер-клас програми «Зумба». Вот, і ми сподіваємося, що він пройде на вищому рівні, і ми подаримо всім літнє настроєння, так як вже вот скоро буде літо. Вот, ми в очікуванні початку. Скажіть, будь ласка, кого ви запросили для цього майстер-класу? У нас буде інструктор з Будапешта і наш тренер Стася, яка працює у нас в фітнес-клубі. Також преподає групові заняття по зумбі. Ви можете прийти і записатися до неї в наш фітнес-клуб. Завітавши до фітнес-центру «Акваріум», ми не могли не піднятися до тренажерної зали. Сьогодні вихідний, є час позаніматися, привести себе в порядок, набрати потрібну форму. Ну, вже більше 4 років регулярно. 3 рази в тиждень стараюсь ходити в зал, в основному по утрам і от вихідні дні. Як ви оцінюєте цей зал? Задоволені ви його комплектацією, тренажери? Вполне. И кардиозона, и силовые тренажеры, и вот на втором этаже фитнес-залы для того, чтобы заниматься аэробикой, шейпингом, зумбой. Вот сегодня эта презентация. Тоже, наверное, пойду посмотрю для того, чтобы получить какое-то представление. Фитнес-клуб и аквариум. Есть все для спортсменов профессиональных и для начинающих спортсменов. Правильный подход во всех направлениях. Здесь у нас были подобраны серьезные тренера, в прошлом профессиональные спортсмены, которые знают не только физические нагрузки, а также правильное питание. Это тоже немаловажно. Поруч зі мною знаходяться тренери, які сьогодні безпосередньо будуть проводити майстер-класи зумби. What is Zumba? Zumba is a Latin-inspired dance fitness program. Хто ізобрел зумбу взагалі? Откуда вона произошла? Із якої мене країни? Хто автор хореографії цієї спортивної? Креативний директор і создатель програми Zumba Бета Перес. Він родився в Колумбії. И он был простым фитнес-инструктором. Однажды он уехал на свое занятие и забыл все свои кассеты с фитнес-миксами. И ему пришлось использовать то, что у него было. Ну, так как он латиноамериканский парень, у него были кассеты с сальсой, кумбией, реггетоном. И так в его голове случайно родилась идея создать такую латиноамериканскую программу. А насколько популярна зумба в мире? In the world? Actually, the Zumba fitness program does exist in 191 countries. Всего уже программа Zumba есть в 191 стране по всему миру. Каждый день проходит около 12 тысяч классов. Например, в Венгрии у них уже есть 1200 инструкторов по всей Венгрии. Как в Украине развита зумба? Zumba will come to him for sure. Ну, на данный момент зумба программа только развивается в Украине, но мы как инструктора стараемся делать все возможное, чтобы программу развить, и программа зумба может развиваться в каждой стране, то есть все люди по всему миру будут эту программу любить. Например, вчера мы делали мастер-класс, мы собрали около более 100 людей и где-то 15 инструкторов, которые выступали. То есть Белла говорит, что, конечно, такой мастер-класс вас мог бы прийти в Майами. Мы в Украине, мы в Харькове, но тоже хорошо. Немножко лета, хорошего настроения. Стася, вы тоже тренер, так? Да. Скажите, как давно вы занимаетесь этим напрямком? Из какого напрямка вы пришли до зумбы? До программы зумбы я была танцором. Я была латиноамериканским танцором, то есть мне всегда нравилась музыка, как сальса, самбо, реггетон. Это было все для меня очень интересно. Потом я узнала об этой программе, и я занимаюсь уже где-то 3 года. Я проходила обучение в Европе, так как это направление достаточно новое. И тогда, когда мне уже захотелось ехать учиться, еще не было возможности пройти обучение в Украине.
Ну що ж, ми посмотрим, подивимось, як це буде проходити. Згодом тут же збираються відвідувачі, які хочуть потрапити на цей майстер-клас. Понравился мастер-класс. Я очень полюбила тренера Станиславу. Замечательная девочка. Вот, интересно было работать с новыми тренерами. Мне нравится то настроение, с которым я сюда выхожу. Значит, мне нравится то, что здесь происходит. Мне нравится то, что организовывается такое количество мероприятий на эту тему. Мне нравится то, что это направление начинает набирать обороты именно у нас в городе, потому что в прошлом году я еще понятия не имела, что такое зумба и что таким можно заниматься. Сьогоднішнього майстер-класу головне у зумбі – це настрій. Гарний настрій, який залишається протягом усього дня.